Ну что сказать, в целом мы вели игру, создали много моментов. Единственное, что это только не забили и все. Вот, в принципе, все, что я могу сказать. Но все-таки Оренбург уже третий матч подряд не может забить. Чего не хватает? Не хватает, я думаю, что, в общем-то, везение. А в основном мы на правильном пути, двигаемся вперед. Надеюсь, в следующих матчах мы забьем и будут победы.